13 февраля 2022 год, Харьков. Снимаем Венеру и Марс. ИСУ 6400. Для качества съемки, конечно, не очень, но зато слева в углу экрана Венера, а вот видите ли вы Марс, который касается посередине экрана, внизу края кадра. Я не знаю, ну давай приблизим. До Марса 313 миллионов километров. Это очень далеко. Ну, мы его видим. И это приятно. 5 угловых градусов расстояние между Венерой и Марсом на небосводе, конечно, они в физическом мире. Уменьшаю выдержку. Ой, ну это, конечно, ужасно. Где-то во время, когда я ледники снимал на Марсе. А Венера, ну это просто феерично. Фонарь. Огромный фонарь посреди неба. Сейчас я приближу, наведусь и попробую убрать засвеченность хотя бы уменьшением выдержки. Может получится даже при 6400 увидеть серпик. В предыдущем дубле ИСУ было не 6400, а 125. Эй, убежала простыня. Так. И там этот серп был виден очень хорошо. Ну давай, залезай к нам в кадре. Понаблюдаем вращение Земли. Вот она, наша красавица. Уменьшаю выдержку. Ну, конечно, мы видим серп. Хорошо, без молота. Так. Ну. Да. Ну, на предыдущем дубле, конечно, это было повеселее. Не такое мыльное изображение. Ну, давай еще раз в один кадр. Марс на фоне веток и Венеру. Ну так хорошо. Месяц практически не получилось снимать, абсолютно сплошная облачность была. Соскучился за съемками страшно, и поэтому даже минус 5 меня не отпугивает. Очень мне нравятся те моменты, когда небесные тела движутся на фоне земных каких-то.
объектов. Ветка дерева. Ну хорошо, может еще солнце снимем на рассвете. Меркурий еще должен, кстати, присоединиться сейчас к нашей двойке, к нашему дуплету. Но вряд ли мы его увидим, потому как уже солнце будет очень ярко светить даже из-за горизонта. Ну, пускай так. 13 февраля 2022 год. Харьков 5:46 по Киеву в Харькове.